столько было хороших комментариев на первое видео в том году. Просто душевные такие комментарии. Очень. Люди такие все у нас хорошие, добрые. Смотрятся такие красивые кусты у нее. Сформированные. Прямо стоячие. Цветы огромные. Ой, как красиво. Вообще молодец. Всем привет! Вы на канале Цветули у Светули. Дорогие друзья, живу на северо-востоке Ленинградской области. И сегодня хочу вас пригласить на прогулку по уютному цветочному дворику Валентины. Это очень хорошая, скромная женщина. Я была у нее в том году в гостях. И ее дворик так вам понравился, что в этом году я решила опять вам показать. Потому что красота необыкновенная. В том сезоне фавориты ее цветочного дворика были колиусы. А в этом году, друзья, это гортензия. И сейчас я вам покажу этот фейерверк. Смотрите, друзья, как украшена входная зона. Сколько растений. Посмотрите, какая красота. Это за забором такая красота. Представляете, что сейчас нас ждет во дворе? Смотрите, какая Валентина. Молодец. Хотя сказала, что у нее в этом году нет настроения. Но очень красиво все сделано. С любовью и с душой. Посмотрите, какой колиус огромный. В ножках вот совсем другой растет. Вот такое кашпо. Смотрите, здорово как. Бальзаминчик в кашпу посажен, махровый. Очень красиво. Входная зона оформлена с душой. Смотрите, с этой стороны также колиус, бальзамин. Древовидная гортензия, астра. Смотрите, как здорово. У человека все сделано за забором. И люди ходят и любуются. Никто ничего не выдирает, не ломает. Смотрите, как здорово. Вот. Такая у нас красота в городе, друзья. И домик ее. Ну, как здорово, да? Пойдемте. Смотрите. Красота. Красота. Буйство гортензии в этом году у Валентины. В том году колиусы, а в этом году гортензии разных форм и расцветок. У гортензии цветы просто обалденные. Валентина молодец. Украсила свой дворик. Очень красиво, прям эффектно смотрятся. Такие красивые кусты у нее, сформированные, прямо стоячие. Цветы огромные. Ой, как красиво. Вообще молодец. Так, давайте по порядку посмотрим каждый кустик. Посмотрите, гортензия. Валентина, к сожалению, не скажет вам, не знает, какие сорта. А я вот, честно сказать, тоже не очень и понимаю, кто это вообще. Должен быть у нее полярный медведь, да, в цветнике? Магическая свеча. Ну, это я знаю. Бабо. Бабо, я тоже знаю. Вот это вот не могу понять, что это за гортензия. С красными стволами она будет точно розоветь. Побегов немного. Подвязано, да, у вас? Да, подвязано, потому что... Подвязано. Побегов вот немного, шапки огромные, кустик такой хороший. Вот это, скорее всего, бобо. Это бобо, да. Бобо не цветет. Тоже не цветет, вот как у меня. У меня тоже почему-то не хочет цвести. А вот, смотрите, Валентина набрала. И у меня набрала, но она, видно, поздняя, мне кажется. Может, я не знаю. Хотя у Светы вот она цветет. Может, на солнце надо вообще? Не знаю. Колюш шикарный какой-то. Аватар, да? Аватар Света. Аватар и рыженький такой же у меня есть, красивый. Дальше это у нас Диамантина. Гортензия тоже у нее. Несколько всего лишь побега составлено. Такие побеги сильные, крепкие. Смотрите, какие дала цветы. Ну, первый год этот. Первогодочка, да. Подрезала Валентина на 2-3 почки. Угу.
Обрезка была короткая, но вот все, да, набрала, ведь она цвет такая шикарная, шапка огромная, подвязка сделана, все, все стоит. Какой был, да, ветер с дождем сумасшедший. Ветер, итог, все, они развалившие были. Дальше. Да, еще одна красавица, посмотрите, какой букет букетный. Тоже стволы красные. Или они не красные? Это, нет, это не красные, да? Или красные стволы? Ну, они такие. Бледно-красные какие-то. Но наверное, порозовеет. Нет, вот самарская. Рядом самарская, они совсем вижу, красные, да. Там, видите. С зазубринками. У нее цветы по краям зазубринки. Красиво очень. Кто же это? Кто это, друзья? Шапки очень большие. Прям обалденные. Нету бирочки? Нету. А вот. Сейчас скажу. Да? Написано, но это перепутано, скорее всего. Скорее всего. Потому что у меня polar bear, не знаю. Полярный медведь? Не может быть, наверное, это, мне кажется. Ну, полярного медведя огромный вид шапки. Написано. Огромный. Но я перепутали. В одну кучу собрала, внученька, я уже внученька вам перепутала. Ну, там, ну, перепутали. Да. Смотрите, так. Друзья, это точно, 100%. Это самарская лития. Шикарный букетный цветок такой прям, да? Как в вазочке поставлен цветок. Шикарный. У самарской лидии. Смотрите, какой цветок красивый. С такой бусинкой, да? Вот она как бусинка такая розового цвета посерединке. Ее ни с чем скорее не перепутаешь. И листочки у нее такие, как маленькие лодочки. Это тоже. Это тоже самарская лидия. 100%. Тоже, видите, с бусинкой цветочек у нее. Только это высокая, а там низкая. Тут что, была обрезка сделана, что ли, выше? Нет, так же. Я все... Все одинаково? Да, две почки. Ну, где-то некоторые сделала три, оставляла. Но тут, по-моему, две почки были оставлены везде. Вот эти. Здесь кус высоченный прямо. Как, не как у самарской лидии. Ну, цветок похожий и листочки похожи на самарскую лидию. Они прям вот такие шершавенькие. Шершавенькие, края коричневые. Да, быть, да, да, да. Похоже, похоже. Вот смотрите, да, два одинаковых кустика. Но по высоте совершенно разные. Тут прям такие сильные побеги она дала. Мощные. Это ванила фрайс. 100%. Тоже шикарная. Прям вообще такая букетная. Цветов столько. Все побеги заканчиваются цветами, друзья. Посмотрите, как здорово. Прям вообще. Валентина, ты молодец. Ты кудесница. Кудесница прям вообще. Нет, прям нет. Все бы так нет. Олеус шикарный. Вазон просто шикарный. Барбарисы посажены, скоро нарастут. Будут, закроют тут сарай. Будет очень красиво. Смотрите, как здорово, друзья. Колюсы шикарные, конечно. В горшке растут вообще здорово. Нарастают прям. А этот в грунте, да, посажен это у вас? Это в грунте, да. Есть в грунте, есть в горшках. А, вон там тоже в грунте. Ну и в грунте тоже вон какие хорошие кустики. Прям замечательные. Ветра вот, много переломало. Смотрите. Ветер-то был. Ветер, да. Ветер это что-то. Вот, вот так вот прям полоса такая цветущих гортензий. Здорово. Вот это лаймлайт гортензия. Посмотрите тоже, какие шапки красивые, большие. Рассказывайте секреты. Все выкладывайте нам секреты, чем кормили. Что кормили. Такая красота это наросла. Обычно. Лимонная кислота. Лимонная кислота. Кефир. Кефир. Кефир еще. Да. Как разводили? Ну, я на глаз. На глаз. 10-литровый, это кефир-то ведь не портит, все равно ничего там не испортится. Ну, а удобрение для газона, да, говорили? Удобрение для газона. Представляете, друзья, подкормка была сделана в какой месяц? И это месяц, вот когда начинали цветы набирать. Только. Сюда говорим. Только начали цветы набирать, вот тогда цвет набирать. Только начали бутоны закладываться, да, да. И, тогда и вот подкормили удобрением для газона. Для газона. Как там кормили-то? На 10 там литров? Там нет, на 8 литров этот, как называется, пробка. А, ну жидким удобрением, жидким, так, для газона. Да. А как называется фирма? Сейчас, мы вам сейчас покажем даже, чем Валентина кормила своих красавиц. Это ванила фрайс, еще одна такая. Красавица, посмотрите, какие красивые, огромные цветы. Это Magical Candle гортензия.
Смотрите, какая красота, друзья. Вообще моя не цветет. У Валентины просто, просто вот красота неземная. Вообще, ну что это? Ну что это? Вот как это такая шапка? Это же просто, друзья, ее даже не обхватить руками двумя эту шапку. Вот, смотрите, каким удобрением подкормила Валентина свои цветы. Угу, вот. За 355 рублей гортензии просто обалдеть. Угу. Дорого, недорого. А фиг, кто это вообще? Ага, вот пробочку наливала и все, на 8 литров. Вот да, очень хорошо. Угу. Просто, просто мне надо срочно купить такое удобрение. Вообще. Посмотрите, друзья, еще одна ванила. Шапка одна, посмотрите, какая большая, огромная, можно сказать. Это или Early Sensation гортензия, или Wim's Red. Вот зацвела самая первая в цветнике, у Валентина сказала. Вот. Какая красота, друзья. Вообще. Шапки, конечно, просто большие. Это ничего не сказать. Это огромные шапки у гортензии. Вот. В этом году такая парад гортензии. Парадная зона из гортензий. Обалденных. Потому что уже все отцвели. Отцвели что? Отцвели-то розы? Клематисы. Что? Клематисы, да, отцвели. Розы вон цветут. Посмотрите еще, как ну, хорошо. Но все равно вторая волна, там вон сколько еще бутонов. Плетистые розы все отцвели. Ничего страшного. Розы. Розы розами, а гортензии просто шикарные. Розочки тоже красивые. Вон сколько цветов. Есть тут на что у вас полюбоваться-то? Есть, Валентина. Посмотрите, не скромничайте, какая у вас красота. Просто... Ой, как пахнет-то, друзья. А там, посмотрите, какая красота. Вообще. Это Skyfall гортензия. Ее по цветочкам узнаешь, ни с чем не спутаешь. Цветы, как у Skyfall, 100%. Но она такая высокая. У меня Skyfall-чик маленький совсем. Но тут высоченная, здоровенная. Посмотрите, друзья. Какая это мощь у Skyfall, если это Skyfall. Но это Skyfall. Листочки, лепесточки, как у Skyfall. Вы же покупали, да, Skyfall? Покупала. Да, ну вот это Skyfall 100%. Но он здоровенный и красивенный. Это просто бомба, а не Skyfall. У меня совсем не такой. Правда, у меня маленький. У вас очень красивый Skyfall. Просто замечательный. Вот еще одна гортензия. Я не понимаю, кто это. С зазубринками тоже. Цветочки с зазубринками немножко. Палочек нет. Названий нет. Дырочек нету. Здесь у нас ромашка это, да? Или что это? Самосевом там они. Самосевом. Все красиво. Ой, какой куст. И в том году был шикарный. Да. И в этом году шикарный куст. Клематис еще немножечко цветет чуть-чуть. Ну, а так, все. Конечно... А вот цыганские серьги уже все тоже аккуратно не упадите. Не, не упадут. Это дихондрови, да? Или что вот да, это? Да, да, да. Да. Все, все в этом году лабиринт, по-другому. Да. Нисколечко не уступайте по красоте. В том году колюс, в этом году гортензии. Сад обалденный просто. Я, в этом году все равно не то. Я очень, очень довольна, что к вам пришла. Это ж надо показывать людям, какая красота-то. Это же вообще загляденье просто. Гортензии обалденные. Валентина, вам первое место. Нет, я говорю, в этом году нет. Покажу вам, смотрите, какой красивый колиус. У меня тоже такой был, но что-то я его не сохранила. Очень красивый. В горшочке растет. Прям огромный кустик. У вас поскольку это саженцев или это один? Один. Один. Слышите, как здорово, она рос по одному. Сажайте по одному, а нарастает прям целую кустяга с одной. О, видите, как здорово. Только что поздно, да, наверное, их выставили? Поздно, да. Угу, они потому что там сильно, вот, видишь, не разрастаются. Заморозки-то были еще в июне. Да. Но все равно, как они успели нарасти. Они очень хорошо ведь в кашпу растут. Ну, вот тот кусок мне нравится тоже. Вот тот тоже хорошо. Какой? Вот этот? Вот этот большой мне, да, нравится. Вот эти, вот эти. 27 литров огромный куст. Вообще шикарный. Просто шикарный. Один, вот представляете, росточек вот так нарос. И вот этот шикарный. Это аватарчик, да? Аватар, а вот другой не знаю. Слушайте, в этом году аватар темный, да?
И у меня темный. Я не знаю, у меня тоже такой темный вообще. А в том году был, он такой красного больше был, да, желтого. Да, да, и желтый, красный, угу. Красиво было. А в этом году. Ну и что, все равно красивый тоже. Солнышко у нас в этом году очень мало летом было. Так что вот, друзья, такие у нас гортензии в Ленинградской области. Красотища, красотища красивенная. Молодец. Валентина. Ой, тоже какой красивый колиус. С рыженьким, да? Угу, красивый. Ехерочка вот цветет. Вот этот какой красивый. Очень красивый тоже, да? Не знаете, как название? Нет. Это Татьяна знает. Угу, вот этот мне тоже нравится. Какой красивый. Обалденный колиус. Это вот череночек у Валентины посажен. Первогодочка первый это? Год. Первый совсем, год. Да, совсем маленький посажен, а я на вот не знаю, что за сорт. А это тоже с зазубринками. Зазубринка, вот как-то я там написала, как вы сказали. Но я не знаю, слушайте, это да? Может не точно. У меня фантом еще это. Не, у меня вообще чего-то не распускается так, как у вас. У меня что-то все. Ну, попробуйте вот этим удобрением, мне понравилось, да, конечно, надо удобрение. Правда, слушайте, эффекты вот прям на лицо. Гортензии цветут и пахнут. Здорово, молодец. Очень красиво, конечно. Это вообще здорово. А представляете, когда они нарастут? О, сколько будет красоты. И так красота, а еще больше будет красоты. Ну, как это кот матроски, да? Еще больше будет. Больше, да, больше. Ну, куда больше-то, не знаю, шапки огромные. Шапки огромные просто. Вот даже если вот это Magical Candle, то это просто фейерверк. Мне очень нравится. Очень красивый, просто. Вот видишь, как. Обалдеть. Какая красота. Вам надо обязательно пастель грин гортензия. Вот я хочу. Там у меня есть ведь пастель грин. Есть, да? Конечно, приходите. Надо... Будет теперь и у вас. Теперь уже не знаю, куда не посадить. Пастель грин. Ну вот что-то есть какие-то повторы? Вот это повторы убрать. Ну, это уже не надо. Это убрать. Можно это убрать повтор, а посадить того, чего нет. Это очень красивая гортензия. Надо обязательно вашим... Смотри, видит, тоже одну надо. Аккуратно. Ой, господи. Так что вот, друзья. Такая красота. Валентина, а неужели от этого удобрения вот такой эффект? Они были совсем низкие. Я думаю, ой, в этом году такие низкие они у меня. Я полила, вот, они пошли в рост. И такие вообще бутоны пошли, цветы. Здорово. Скорее всего, вот от этого удобрения. Я потому что один раз только вот лимонной кислотой. Ну, кефиром разбавляла тоже, лимонную кислоту разбавляла. А после этого они пошли, конечно... Понятно, здорово. Погромче надо, а то не услышат некоторые. Слушайте, так это получается, вы подкормили в июле месяце? В июле, да. В июле месяце, вот этим удобрением для газона, да? Да. Здорово. После этого они, конечно, пошли и в рост, и такие, конечно, бутоны начали набирать. Слушайте, а в посадочную яму ничего не клали при посадке? Нет, в посадочную яму я ложу с парника землю. Торф и перегной. И все. Ну, это вы когда сажаете? Сажаю. И а вот, например, весной вы что-то там подкладываете? Ничего. Только вот ее, это, хвойный опад. Добавляю, постоянно добавляю, потому что уходит, наверное, в землю тоже все-таки. Ну, как бы подкисляете и в то же время мульчируете, чтобы, да? Да, потому что и трава не растет, да. И гортензия любит, влагу держит. Да, все-таки. И поливать ведь, правда, удобно. Поливать удобно, да. Все понятно. Ну, просто вот, как сказать, даже эффект на лицо, если вот правда, да, если от этого удобрения. Вот попробуйте, может, я думаю, попробую, слушайте, а что не попробовать? Конечно, попробую. Это ведь не вредит ничего. Не вредит, конечно, да. Еще арку-то вам, друзья, не показала. Клематисы, правда, уже отцвели, но чуть-чуть вот есть еще красоты. Арочка такая при входе, здорово так. Мне всегда нравится, когда вот такие арки у калитки, да? Да, красиво. Вот, да, конечно, хорошо. Вот белый этот клематис кустовой, конечно, красиво, все это, да? Было вообще листиков не видно. А я вижу, что он цвел шикарно. Вот цвел. Кудряшки остались и да. Все на цветов. А как вы его на зиму? Что вы будете с ним сейчас после вообще цветения? Вообще я просто снимаю вот так вот и бросаю. И потом уже что там.
остальное все выкидываю. Ага, понятно. Ну вот это ничего обрезать не будете, нет, да? Нет, нет, это отцветшее. Я просто снимаю с этой сарки и все туда вниз. Ага, еще вот с этой стороны клянусь. А розы, конечно, вот эти плетистые, я их ложу, пластмассовые вот эти, и туда снимаю вниз. Розочку, не... розочку кладете на землю, на пластмассину? На пластмассу. И укрываете, да, сверху? Да, укрываю сверху, да. А что за сорт, не знаете? А она у вас каким цветом-то цвела? Это не чисто бордовая, краснобордовая. А не вот повторно цветущая? Нет, повторно не цветут. Не цветет. Нет, один нет, раз нет, и один все, раз да? Только, да? Вот жалко, а вот да? Сзади, которые розовые, те повторно цветущие. Повторный цвет не появляется. Понятно. Ну ладно, вот уже отцвела, ничего вот страшного. Я вот не знаю, что вот эти, так, не знаю, приживут. Гехерочки или что? Нет. А, вы имеете в виду, вы клематисы приложили? Да, да, приложила вот там. А что не приживутся-то? Вы их прикопали, что ли? Да, прикопали. Ну и все, и приживутся. И получится, мы не знаем, как. Да, получится. Что получится. Можно даже череночек просто куда-то там отсадить. Да, да. Он тоже, ну, я еще начеренковала, но у меня не получается. Клематисы черенковать не получается. Ничего там трудного-то нет. У меня с клематис с череночка уже такой хорошенький, оброс. Никак. Попробуйте. Вот у меня сделано вон и никак. Не растет? Знаю, нет. Ой, какой тоже вон красивый колеус, шикарный. Такой цвет красивый. Прям, ух, какой. Тут это еще... Нет. Вот, друзья, такая в этом году Валентина красота. Теперь не из колеусов красота, но колеусы тоже у вас. Меньше, но все равно какие шикарные. Меньше, 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 ну и что? Гортензии зато вон сколько. С ума сойти, какая красота от гортензии. Я просто балдею. Просто мне... Я обязательно к вам потом еще загляну и посмотрю, как они цвет поменяли. Так интересно. Да, 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 да. Очень красивые. Смотрите, какая тоже арочка в огород Валентина. Молодец, трудяга. Тоже потрудиться надо, всех покормить. Да, прополоть. Угу. Это очень такой труд. Поливать. Сколько? Поливать. Полива-то в этом году с Богом не надо. Да, в этом году. Ну, я поливала раза два, наверное, прям с колодца, правда, поливала гортензию, вот, розы поливала. Ну, это когда, весной? Да. Я вот перед дождем получилось, перед дождем? Ага, нету, нету дождя, я начала поливать. А потом уже дожди такие, ливни пошли. Угу. Ну, ничего вроде. Ну ничего, сейчас вот ночь-то уже холодная. Холодная, такие, теперь да? Уже это нет. Не столько росы, холодно. Да. Сейчас гортензии, у меня уже начали тоже розоветь. У вас ванила розоветь, смотрю, да, стала. Да, да, начала. Угу. Вот сейчас уже колесу беру уже веточки. Да, с колесов, череночки могут. Череночки, потому что они холода-то не любят. Не любят. Они еще заболеть могут, мучнистые. Ага, мучнистые росой, да, это вообще. А можно для профилактики колюса обработать, и будут до самых холодов они без всяких болячек стоять. До первых заморозков. Да. Да. Первые заморозки пройдут, и хоп, и колюсов все, нет. Нету их. В помине. Жалко, да? Жалко, конечно. Вот такие, посмотри, какие. Они все пропадут, конечно. Ну все, друзья, все вам показала. Всю красоту вам засняла. Поставлю обязательно вам с музыкой такой релакс после видео. Кому интересно, посмотрите. Что, Валентина, скажешь на прощание? Всем пока, всем здоровья. Пока, всем, ага, да, до свидания. Да, друзья, столько было хороших комментариях на первое видео в том году. Просто душевные такие комментарии. Да, много было. Очень, да. Люди такие все у нас хорошие, добрые. Были, конечно, несколько, но несколько, это да. Не счет даже, правда? У нас все равно больше хороших, добрых хороших людей. Хороших много было, да. Очень даже. Всем, приятно, всем очень спасибо. Очень приятно, да, ага. Очень понравился ваш садик. Маленький, но он такой уютный, он такой вот душевный, правда? Угу. Очень мне нравится. И с улицы очень приятно смотреть. Столько растений красивых посажено даже вот за территорию. Да, за территорию. Вот, девочки, пересылом Валентина не занимается, да? Нет, не занимается. Не продает, так что можете даже не писать, не спрашивать, сразу говорим. Ага, я этим не занимаюсь. Да. Для души все, да? Для души, да. Не для продажи. Не, ну это тоже очень, как бы, да, подспорье, это хорошая копеечка. Да, это тяжелый труд, тяжелый труд, это надо черенковать.
этим надо для своих, заниматься. Для подружек, правда, только. Для подружек и для друзей. Все, на этом мы с вами прощаемся, дорогие друзья. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Обязательно приду еще к Валентине, обязательно. Спасибо большое. Да, если пригласят, не выгонят. Нет. Так что, друзья, да, всем пока. Всем счастливо. Thank you.